чисто Мальцево объявляется открытой, друзья! Вооружившись необходимым инвентарем, идем творить добро. Таков девиз неравнодушных жителей поселка Краснознаменский. Местное экологическое движение «Чисто» в Мальцево ставит перед собой задачу по сохранению и поддержанию чистоты своей малой родины. Мы, прежде всего, должны соблюдать чистоту. Нам радно, что в прошлом году в акции участвовали семьи. Это значит, что дети из этих семей уже будут следить за чистотой и уже делают замечания своим друзьям на площадке, где-то в школе, не мусорить, не кидать фантики. Мы вышли ради того, чтобы показать нашим детям и некоторым, к сожалению, взрослым, как надо ухаживать за своим двором. Показать на своем примере и вызвать ответную реакцию. Основная цель активистов – привлечь внимание взрослых жителей к проблемам окружающей среды и призвать их не бросать мусор на улице, тем более в том месте, где играют их дети – на детской площадке. Подать всем родителям пример вышли и сами ребята. Я пришла, чтобы помочь поселку везде разделить, помыть все площадки, чтобы везде было чисто. Мы же стараемся для нас самих. Я вот делаю это для себя, чтобы вот было приятно тут поиграть с ребятами. Эта детская площадка была выбрана путем голосования в социальной сети ВКонтакте. Но это только первый этап экологической акции. В скором времени она пройдет и на других площадках поселка. Екатерина Сусенко, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.